вас, если есть таковые желающие, попробовать на себе. Попробовать на себе значит взять в руки настоящие приборы врача-эндоскописта и на специальном тренажере отработать навыки. В симуляционном центре для обучения медиков в Тюмени десятки разных манекенов. Младенцы, дети постарше, взрослые, беременные женщины. Каждый для чего-то нужен. То есть должно быть как: продавил, расправилась, продавил, расправилась, продавил, расправилась, продавил, расправилась. Вот такого быть не должно. Руки вот так никак прыгать не должны. Или вот такого быть не должно, соответственно, тоже. Все, что показывает начальник симуляционного центра, губкинские школьники из медицинского класса пробуют повторить. Азалии Нигматуллиной больше всего понравилась эта часть экскурсии с манекенами младенцев и оборудованием неонатологов. Я очень хорошо лажусь с детьми. Поэтому и решила, что буду педиатром. Мне это очень нравится. Все очень понравилось, все так наглядно. Мы смогли сами все попробовать, потрогать это. Медицинские классы Ямала сотрудничают с Тюменским медуниверситетом. В течение учебного года слушают онлайн-лекции, дистанционно участвуют в конференциях и обязательно приезжают на практику. Эти же дети второй год приехали, им интересно, они смотрят, они изучают, они уже чувствуют себя студентами медицинского университета. Кто-то из этих 11-классников действительно вернется сюда в роли студентов уже в следующем сентябре. А в нынешнем году в Тюменский медуниверситет поступили 120 ямальских выпускников. Марина Осколкова, Дмитрий Ельпин. Время Ямала, Тюмень.